Чехии. Ты никуда не денешься. Надеюсь. А у вас сезон так сколько вот здесь? Вот все лето так практически летает? Ну, лето, да. Осень тоже. В зависимости от погоды, да? Ну да, зимой тоже, в принципе, летали, когда было не очень холодно. А, и зимой даже? Да, да. Да, в принципе, что, какая разница. Зимой здесь уже мерзнешь, блин, и там если хотя бы минус 5, минус 10, замерзаешь совсем просто мгновенно. Это по зимние полеты не очень. Да и как бы погода вообще очень зимняя, ветер сильный был. Ну да, согласен. Поэтому по весне, так это самое, грязище было, поле не пройти. Поле потом подсохло, стали полеты вот здесь с апреля, наверное. А здесь много вообще таких вот, как вот таких полетов? Ну, летают Гуглова еще, потом, это вот если на ту сторону дорога жизни, как бы, туда, за, называется, город такой, этот самый. И в этом направлении еще рядом с Волосово место есть, там летают. А вот там в Кронштадте что-то тоже есть такое? В Кронштадте там с мотором ребят летают. А, у них мотор, мотор сзади, да? Ага. А так, в принципе, все то же самое, да? Ну, с мотором, да. Единственное, что как бы это тарахтелка, как бы, не знаю, мне свободные там... полеты больше нравятся. Ну да, нормально. Сергею глубину, чтобы дать. Сейчас.